Здравствуйте, вы смотрите «Диалог». Сегодня с гостем программы будем говорить о безопасности детей и профилактике преступности несовершеннолетних. Присоединяйтесь. Евгений Геннадьевич Миткевич, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Гомельского облсполкома. Родился в 1965 году в Жлобине, окончил Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины и Академию управления при президенте Республики Беларусь. Трудовую деятельность начал в 1982 году слесарем на Гомельском радиозаводе. Служил в рядах вооруженных сил. Еще во время обучения в ВУЗе в 1989 году начал работать учителем в средней школе номер 47 города Гомеля. С 1995 года прошел путь от заместителя директора по учебно-воспитательной работе в школе до первого заместителя начальника главного управления идеологической работы облсполкома. В 2007 году был назначен заместителем председателя Будокошелевского райисполкома. С 2010 года находится в нынешней должности. На вопросы, которые касаются деятельности комиссии по делам несовершеннолетних облсполкома, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Свои сообщения вы также можете отправить в Вайбер номер плюс 375-29-340-043-3. Здравствуйте, Евгений Геннадьевич. Добрый вечер. Прежде чем мы начнем беседу и будем принимать вопросы от наших телезрителей, предлагаю посмотреть короткий анонс событий наступившей недели. На этой неделе в трех районных центрах области пройдут памятные мероприятия в честь 76-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков. 18 ноября 1943 года от немецкой армии была освобождена Речица, 23 ноября – Брагин и Хойники. Началась отправка в войска осеннего призыва 2019. С 18 по 29 ноября призывники Гомельской области будут направлены для прохождения срочной службы в Вооруженные силы Республики Беларусь и другие воинские формирования. Первые международные паскевичские чтения пройдут в Гомеле 21-22 ноября. В рамках мероприятия будут рассмотрены вопросы общественно-политической деятельности представителей рода Паскевичей в контексте белорусской мировой истории. Освещены взаимоотношения княжеской семьи с известнейшими современниками. Продолжаются региональные кастинги национального конкурса «Мисс Беларусь-2020». На этой неделе перед жюри предстанут красавицы из Петриковского, Светлогорского и Жлобинского районов. За событиями из жизни региона следите вместе с нашей информационной службой. Ну а сегодня будем говорить о трудностях взросления и о детях, попавших в беду. Евгений Геннадьевич, какова сегодня ситуация с семейным неблагополучием в регионе? Ну, хочу сказать о том, что ситуация контролируема. Мы можем говорить о тех событиях, которые происходят, которые связаны с семейным неблагополучием, которые связаны с несовершеннолетними. Мы будем говорить, наверное, о случаях трагической гибели детей, где причинами и условиями послужило именно семейное неблагополучие. Мы можем говорить о гибели не только детей, а о гибели взрослых, потому что семейные скандалы зачастую приводят к тому, что гибнут люди. И вот последние случаи, которые произошли в Жлобинском районе, тому подтверждением. Это гибель женщины при пожаре. К счастью, дети смогли самостоятельно выбраться из дома. Они живы и здоровы, но а их мать погибла. И также трагические события, которые произошли, когда в результате семейного скандала погиб мужчина, сожитель, супруг женщины, которая нанесла ему телесное повреждение. Поэтому семейное неблагополучие – это вопросы, касающиеся тех моментов, которые я обозначил. Да, действительно, все, что происходит с ребенком, невозможно рассматривать в отрыве от жизни его семьи и от того, родителей. Как живут его родители, чем они занимаются. Евгений Геннадьевич, продолжим разговор. У нас есть вопрос от нашего телезрителя. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Можно, чтобы у нас по нашим школам советского района, как по всем школам города Гомеля провели
в начальных классах и в старших классах разъяснительные беседы с детьми, потому что очень часто, когда они берут баллончики и обрисовывают фасадную часть здания, как внутри подъезда, так и на улицах, также ломают деревья и кустарники. Можно, чтобы у нас как-то вот почаще проводили эти разъяснительные беседы? Потому что детям, когда говорят люди, они на них маты гнут, дети, и что хочу, то и делаю. Вам надо, сами тогда садите или берите и красьте. Спасибо за звонок. Ну, вот такое мелкое хулиганство, наверное, одно из самых распространенных негативных явлений в подростковой среде. Кто в детстве где-то не пытался что-то рисовать, да? Ну, хочу сказать о том, что Советский район – это уже не первый год, сколько я участвую, задают мне этот вопрос. Поэтому отвечу на него таким образом, что беседы проводятся. Беседы проводятся не только с подростками, но и их родителями. Зачастую у нас, соответственно, возбуждаются административные уголовные дела за хулиганские действия, которые связаны с теми действиями, которые были совершены в отношении имущества граждан или они были совершены в отношении государственного имущества. Еще раз заострим эту тему, еще раз проведем родительские собрания, подключим средства массовой информации для того, чтобы эту тему еще раз заострить внимание. Ну, я думаю, что какое-то нужно дать возможность выразить ребятам себя в творчестве, чтобы это было легально, чтобы дать им какой-то забор, какую-то стенку, которую можно разрисовать и успокоиться на этом. Вы знаете, когда посещаю семьи, маленькие дети, мы все это можем видеть где? На стенах, на обоях. Они таким образом реализуют себя. И родители иногда говорят о том, что еще страшного, пускай рисуют. Поэтому вот эта привычка о том, что дозволенность, постараемся поправить эту ситуацию. Ну, я думаю, что очень многие семьи, которые, вот есть такой термин, да, поставить семью в СОП, то есть признать ее в социально опасном положении. Многие считают, что им, конечно, этот неприятный статус приписали незаслуженно. Может ли такое быть в принципе? Евгений Геннадьевич, я знаю, что вступило в силу новое постановление Совета министров, которое как раз регулирует этот вопрос. Стала ли процедура более понятной, прозрачной и, может быть, объективной? Я хочу сказать о том, что вот данное постановление было принято в связи с тем, что очень много было обращений граждан, которые были не согласны с тем, что поставили на учет. Хочу сразу пояснить, что на учет признают в социально опасном положении детей. Ну, а просто затем уже такой термин применяется и к семье. Семья, которая находится в социально опасном положении. Правильно, все-таки дети. Ребенок. Да, ребенок. И когда ставят детей, признают в социально опасном положении, вина то здесь лежит на родителях. Мы же не будем говорить о том, что мы родителей поставили, признали в социально опасном положении. Мы признаем дети. Почему? Потому что постановление 22-м четко определены критерии, признаки социально опасного положения. Я могу их озвучить. Это родителями не удовлетворяются основные жизненные потребности детей. Это оставление без пищи, угроза, которая возникает. Это нету, соответственно, автономных пожарных извещателей. Это печь частном домовладении, которое имеет трещины. Это и другие моменты. Электропроводка, там, где есть угроза. Ну, это ведь не в моменте, потому что в любую семью можно прийти и увидеть там пустой холодильник и там какой-то беспорядок. Ну, это ведь не на основании единократного. Про холодильник, да? Я не сказал. Ну, без пищи ребенок без пищи остается. Да, это вопрос, проблема, которая существует определенное время. Здесь то, что родители ведут аморальный образ жизни. Это то, что они привлекаются к уголовной административной ответственности за хулиганство, привлекаются за употребление алкогольных напитков. Не раз они рассматривались по этим статьям. Но не по одному из критериев, нет, да? Нет, мы рассматриваем это в совокупности. Мы рассматриваем в совокупности. Но и кроме того, что не обеспечивается надзор за поведением. Это когда подростки совершают преступление правонарушения или находятся без присмотра на улице. Но еще раз хочу сказать, это в совокупности.
Поэтому вот определены эти критерии, они четко прописаны, поэтому каждый гражданин может с ними ознакомиться. Эта информация размещена на сайте Министерства образования, разместили на сайтах райгорисполкомов, отделов образования. И, пожалуйста, вы смотрите и будете прекрасно понимать, граждане, за что могут поставить детей, признать в социально опасном положении. А кто берет на себя такую ответственность? За кем? Последнее слово о том, что, да, ставим на учет. Последнее, если ранее, до вступления в силу постановления, это учреждение образования, советы профилактики, то на сегодняшний момент это районные координационные советы по выполнению декрета президента Республики Беларусь номер 18. Именно они в настоящее время и осуществляют постановку на учет. Продолжим эту тему. Сейчас предлагаю выслушать мнение людей. Знаете ли вы, где сейчас ваши дети и чем они заняты? С таким вопросом мы обратились к людям на улицах Гомеля. Конечно, знаю, безусловно. Это обязательно, да. Школа, потом какие-то внешкольные мероприятия. Это обязательно. У нас все как бы на контроле, однозначно. Абсолютно. Не контролировала и не контролирую. Они сами приучены к тому, чтобы работать. В школе, спорт, занятия, плюс еще помогать родителям. Все. И дети, и внуки. Вот. И выросли, и выучились, и уже правнук. Я думаю, что они его тоже воспитают точно так же, как воспитали мы их. Во-первых, дети у меня уже достаточно взрослые и самостоятельные. Когда дочери, например, 25, сыну 27. Как они конкретно проводят время, я не знаю. Но где они находятся, я знаю. С кем они общаются, я знаю. И в любой момент я могу, ну, так сказать, не то что контролировать, но прийти на помощь, если у них там что-то не так случается. Ну, как контролирую? Ну, есть расписание. Ребенок учится у меня в музыкальной школе Чайковского. То есть у него вторая смена – это 11-я школа, а первая смена, она там довольно загружена. При помощи мобильного телефона бабушка рядом живет. Дети выросли, а внуку 3 года. Как проводит с мамой? Старшая в школе, младшая в садике. Как вы их контролируете? Ну, пока они находятся в школе, то их контролируют воспитателя, а дома, я нахожусь дома с ними, либо папа, либо бабушка, но дома никогда не остаются одни. Дома сидят за компьютером. Мы с ней сидели за компьютером. А мы верующие люди, поэтому нам проще. Дети учатся с детства религиозным правилам, поэтому они знают, что такое грех, и боятся его. Евгений Геннадьевич, как вы думаете, до какого возраста родители должны быть осведомлены обо всем, что происходит в жизни ребенка, четко знать, где он, что он делает, и быть уверенным, что он не один, Оля, не а в опасности? А вы как считаете? Вот я хочу знать ваше мнение. Мое мнение, когда у меня сыновья уже возраст 32-29 лет, когда у меня внуки, вы знаете, я стараюсь не контролировать, я просто интересуюсь, как они живут, как проводят время, все ли у них благополучно. И вот ответы граждан на улице, я посмотрел, некоторые говорили про контроль, другие говорили, что необходимо знать. Поэтому, мое мнение, не стоит контролировать, а просто надо быть в курсе событий тем, чем живет ребенок. И вы видите, они в основном говорили про занятость в дневное время. Никто из них не поднимал вопрос в вечернее и ночное время. А у нас же молодежь больше всего совершает преступления и правонарушения в вечернее и ночное время. Поэтому родители пришли, отдыхают после трудового дня и считают, что их миссия выполнена. Дети в школу сходили, на занятия секции сходили, покормили. Ну, а дальше родители могут отдохнуть, и дети отдыхают. А вот где отдыхают в вечернее время дети, родители должны просто знать. Вот беседуя с несовершеннолетними, они говорят, что «мама мне доверяет». Я не раз высказывался по поводу вот этого доверия. Доверяю, но знать, с кем обязательно, в какой компании находится твой ребенок, я думаю, что стоит в любом возрасте.
Да, здесь есть две стороны. Тогда разобьем этот вопрос на два аспекта. Маленький ребенок, ну, относительно маленький, младший школьник, к примеру, может ли оставаться дома один? Как уверяют сотрудники МЧС, ребенок один в квартире, ситуация уже ненормальная, потому что могут быть проблемы с электроприборами, с плитой, с чем угодно, с открытыми окнами, с балконом. Какой возраст у нас определен, вот когда может уже человек самостоятельный прийти из школы и сам что-то себе приготовить, чай сделать и заниматься своими делами один дома? Не буду вспоминать свое детство, не буду вспоминать молодость. Давайте будем говорить. Вот здесь все очень-очень изменилось. Да, потому что все же поменялось. Посмотрите, мы живем уже в другое время. Нас окружает и наших детей окружают различные опасности. Это и те приборы, которые есть, это и другие какие-то моменты. Поэтому в возрасте необходимо, чтобы дети были под присмотром. Если говорить о том, что мы должны создать безопасную среду проживания детей, то поймите меня правильно, те случаи, которые у нас происходили в области, происходят в других регионах, говорят о том, что невозможно подстелить соломки там, где ребенок может упасть. Поэтому тоже не только создавая безопасную среду проживания ребенка, но и все-таки вот возраст, я имею в виду до того, как ребенок пойдет в школу, он должен находиться постоянно под присмотром ребенка. Ну и начальная школа. Тоже уже необходимо учить его самостоятельности, учить самостоятельности. Ну, сейчас контроль по телефону. Вот часто бываешь свидетелем того, как ребенок контролируется по телефону. Ты приготовил, ты это сделал, а это ты не забыл. Поэтому сейчас проще посредством телефона. Но что на самом деле происходит там, где находится ребенок, мы же с вами не можем знать, видеть. Да, видеть не можем, конечно. И ночное время. Здесь уже четко действуют законодательные нормы. Когда несовершеннолетний должен вернуться домой. Если нет, это не выполняется, то тогда родители несут ответственность. К сожалению, мы всегда начинаем говорить про ответственность, административная ответственность. Если ребенок в ночное, в вечернее время совершает преступление, это уголовная ответственность. Но всегда я обращаюсь к такой теме о том, что ребенку уже на следующий день идти на занятия. Ребенок должен встать, он не должен опоздать на урок, он должен прийти выспавшимся. Сколько ребенку надо для сна? Поэтому есть у нас медицинские работники, у нас есть санитарные службы, которые четко определили, в какое время ребенок должен лечь для того, чтобы выспаться. Мы же маленьких деток спать кладем когда? Какое? Доброй ночи, малыши, колыханка. 9:21 закончилось. Все, ребенок идет спит. Почему-то в дальнейшем у нас такое попустительство, 23 часа ребенок находится на улице. А если ребенку не исполнилось 16 лет, то здесь уже наступает административная ответственность, которая на родителей за то, что они не обеспечили сопровождение. Поэтому 23 часа – это для подростков, не достигших возраста 16 лет, тогда наступает уже административная ответственность. Под присмотром некоторых взрослых детей лучше бы не оставлять никогда и ничьих, даже их собственных. Вспоминается жуткий случай, который произошел в Гродненской области, когда 4-летняя девочка умерла после того, как ее избил ее отец. Причем детей из этой семьи изымали, но потом вернули. И тут у всех, кто об этом случае слышал, знает, наверное, один вопрос. Почему, на каком основании человеку вернули ребенка, чтобы он потом его же и угробил? Как это происходит? Я бы не хотела, конечно, чтобы чувствовали себя виноватыми люди, которые принимали решения, которые всегда, конечно же, за семью, за интересы ребенка, за его возможность жить со своими родителями. Ну вот оно как. Лучше бы, конечно, ей туда не возвращаться. Значит, есть законодательство, есть декрет 18, все четко прописано. Значит, тонкостей я не могу знать, это соседняя область Гродненская. Значит, отец закодировался, трудоустроился, наладились, наверное, отношения в семье.
Ну, то есть формально вот эти критерии были выполнены? Да, выполнено то, что было прописано. Вопрос в том, что эта семья, как мне известно, она переехала в другой район. И у нас есть такие моменты, случаи, люди, когда переезжают в другой район, они хотят замолчать, скрыть то, что в их жизни был такой вот факт, что отбирали детей. И здесь должны сработать службы. Почему? Потому что они забирают документы в медучреждение. Медучреждение должно сообщить, уточнить адрес, куда они выбывают. В школу переводят ребенка. Тоже школа должна взять подтверждение, что дети учиться будут в той или иной школе. И, наверное, что-то не сработало в работе тех государственных организаций, что привело к той трагедии, которая и произошла. Ну, как вы думаете, вообще сама эта система постановки в социально опасное положение ребенка, это действительно помощь семье в том, чтобы ситуация изменилась, чтобы родители как-то взяли себя в руки, начали контролировать свою жизнь? Или это им оценка неуд? Ребята, вы не справляетесь. Дальше о вашем чаде будут думать другие люди. К сожалению, вы знаете, что та цифра, которая есть на сегодняшний момент, но она не отражает действительности. Если у нас в прошлом году, на 1 января 2019 года, в социально опасном положении было признано 4,5 тысячи детей, то сейчас с тем, что изменились критерии, признаки социально опасного положения, эта цифра уменьшилась. И вот на последнем заседании комиссии Координационного совета с участием прокурора области разговор шел о том, что мы должны внимательно посмотреть на те семьи, где детей мы сняли с учета, для того, чтобы не происходили какие-то вот те события, да, о которых мы говорили по Гродненской области. Ну, вот цифра уменьшилась, да, вроде бы это хорошая динамика. А не получилось ли, что оставили, наоборот, кого-то без внимания? Мы обращаем внимание на тех детей, которые раньше состояли в социально опасном положении, признаны были, и которые были сняты. Дано поручение еще раз внимательно посмотреть на эти семьи, посмотреть, может быть, что-то упустили. И я говорил о том, что у нас не эта цифра, у нас цифра совсем другая. Это цифры гибели, это цифры насилия в отношении детей, это другие моменты, о которых я говорил ранее. Поэтому на эту цифру мы стараемся не смотреть, а мы работаем с другими тоже детьми, семьями, потому что с ними работают на протяжении многого времени, даже до постановки признания в социально опасном положении. И здесь бояться нечего. Почему? Потому что, как вы правильно сказали, это всего оценка выполнения своих родительских обязанностей. Мы все равно будем продолжать с ними работать, но уже на более таком другом уровне. И уже соответствующие требования к ним будут предъявлять. Потому что от СОПа до следующего этапа НГЗ, признание нуждающим в государственной защите, буквально, может быть, один месяц, три месяца. Почему? Потому что как выполняются планы, как ведется работа, ежеквартально должны рассматриваться на заседании Координационного совета. И если родители не принимают, то тогда уже наступает другой этап, о котором я говорю, это признание в государственной защите. А это что сигнал. Это подразумевает? Это уже это отобрание, изъятие детей из семьи и признание их нуждающихся в государственной защите. Сколько таких случаев у нас было вот в этом году? Ну, в этом году более 200 детей, которые были признаны нуждающимися в государственной защите. По сравнению с предыдущим годом она значительно меньше. Но хочу еще раз сказать о том, что работаем в том направлении, чтобы меньше детей мы отбирали, потому что это наносит все-таки какую-то, ну, психологическую рану детям. Поэтому мы стараемся все-таки работать, убеждать, заставлять иногда, для того, чтобы дети оставались жить в биологических семьях. Да, это не может, конечно, пройти бесследно для дальнейшего развития и самочувствия ребенка. Давайте сейчас перейдем к сюжету, после вернемся в эту студию и продолжим беседу.
Навряд ли этих детей можно считать несчастными, однако и радужно их судьбу назвать нельзя. Все они попали в Гомельский городской социально-педагогический центр из-за проблем в семье, находящейся в социально опасном положении. На какое-то время их статус будет определяться именно таким образом. Их дальнейшая судьба должна решиться максимум за 6 месяцев. Кто-то возвратится в биологическую семью, кто-то попадет в приемную. Пока же задача педагогов – научить воспитанников радоваться, общаться и дружить, уважать старших и помогать малышам. Вообще меры, которые предпринимают заинтересованные службы, приносят положительные результаты. Сегодня в Гомельском городском банке данных о несовершеннолетних, признанных находящимся в СОП, состоит 312 детей из 178 семей. За аналогичный период прошлого года было на 52% больше. С принятием постановления Совета министров номер 22 на социально-педагогический центр возложены новые обязанности. Теперь именно здесь занимаются расследованием сообщений о находящихся в социально опасном положении малышах в возрасте до 3 лет. Причем рассматриваются все сообщения – работников учреждений образования, правоохранительных структур, соседей. Социально-педагогический центр проводит социальное расследование в случае принятия информации о семейном неблагополучии. При необходимости администрация центра обращается в координационный совет о рассмотрении вопроса признания несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. На сегодняшний день 52 ребенка в возрасте от 0 до 3 лет признаны находящимися в СОП. Социально-педагогический центр координирует деятельность учреждений образования города. Мы проводим учебу, семинары, выезжаем в учреждения образования. Специалисты, работающие с детьми и подростками, находящимися в социально опасном положении, уверены, успеха можно достичь только при тесном взаимодействии всех заинтересованных сторон. В Гомеле вместе с учреждениями образования и профилактики к этому процессу привлекли еще и детско-юношескую школу Олимпийского резерва по футболу. Психологи достигнутые положительные результаты объясняют просто. Так как тренировки и выступления требуют много сил и времени, времени на посиделки с друзьями и болтание по городу в поисках приключений уже не остается. К тому же, помимо навыков, которые приобретаются в ходе занятий спортом, происходит выплеск скрытой агрессии, наступает чувство удовлетворенности и душевного спокойствия. Он находится в коллективе, участвует в соревнованиях, они общаются вместе. Куда выезжают, там, если такая возможность получается, что они ходят там на экскурсии. Вот, поэтому это все способствует тому, чтобы человек забыл о своем, скажем так, прошлом или чем он там плохим делом занимался. И, ну, как бы, ну, воспитывался как по-настоящему. Вы смотрите «Диалог». Гость нашей студии – заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетнего Гомельского облсполкома Евгений Миткевич. Евгений Геннадьевич, от семейного неблагополучия до статуса ребенок, требующий повышенного педагогического внимания, мне кажется, дорога самая прямая и очень короткая. Слышала, что в этом году у нас опять регистрируется рост преступности среди несовершеннолетних. Насколько значительный и с чем вы это связываете? Хочу привести слова нашего прокурора области Виктора Николаевича о том, что цифра не катастрофическая. Опять у нас снижение с 2014 года. Мы анализируем. Итоги 9 месяцев мы рассмотрели совместно с прокуратурой на заседании комиссии по делам несовершеннолетних. Здесь можно назвать ряд причин. У нас преобладают кражи, хулиганство. Ну, хулиганство на улице подростки не поделили. Последний случай здесь тоже в городе Гомель. Мы разбирались в центре города, когда подросток нанес удар другому подростку. 339-я хулиганка, возбуждено уголовное дело. И вот таких преступлений они могли бы и не быть, если в нужное время находились бы сотрудники правоохранительных органов, которые бы контролировали ситуацию, потому что у нас преступления совершаются или возле учреждений культуры, в Жлобине почему-то это рестораны, кафе, ну и другие места, то есть общественные места, где происходят эти действия. Кражи мы тоже проанализировали, посмотрели, это не полные семьи, это малообеспеченные семьи. Ребенка в основном толкает на то, что он совершил кражу мобильного телефона. И самое интересное то, что дети совершают кражи
у своих родителей. И вы знаете, вот последний случай, который произошел в одном из районе, когда называется сумма, когда ребенок эти деньги взял у своих родных, бывает так, ворует, совершает кражи у людей, которые крестными являются. Есть вопросы, моменты, но цифра не катастрофическая. Амнистия этот год, другие причины. Мы все четко посмотрели, разобрались и постараемся учесть это в нашей дальнейшей работе. Ну вот как раз такие происшествия можно списать на ошибки молодости, на какую-то несознательность, недостаток опыта. Тут, наверное, страшнее, когда потом разбирательствами несчастного этого ребенка, который сам уже 100 раз пожалел о том, что он сделал, потом могут довести его до какого-то нервного срыва и испортить ему жизнь. А более тяжелые преступления фиксировались в этом году? Да, есть у нас примеры. Это Петриковский район, это Калинковичский, на слуху Юровичи, когда несовершеннолетние совместно со взрослыми совершили тяжкие преступления. К этой категории преступления относятся и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Это часть третья, это сбыт. Поэтому тоже проанализировали, посмотрели причины, условия. Ну, в сфере незаконного оборота наркотиков это желание быстро заработать. Но подростки не заработали деньги, они заработали длительные сроки. Состоялся суд по некоторым уголовным делам, поэтому... Ну вот эта история, это как раз то, что никогда не заканчивается хорошо. Здесь любая попытка как-то заработать на наркотиках, либо попробовать их, всегда такая дорога в бездну. И, конечно, взрослые, наверное, если уже говорить о каком-то серьезном наркобизнесе, куда вовлекают детей, и им говорят о том, что у вас не будет серьезной ответственности. Дети, в общем-то, наверное, сами толком не понимают, что они будут делать и как это карается. А заканчивается все очень плохо потом для всех. Вы знаете, я вас перебью, они все прекрасно знают. Знают? Они знают. Осведомлены. Последний случай, который прозвучал и не только на нашем областном телевидении, республиканские каналы, это когда отец вовлек своего сына в преступную деятельность. Это 328-я статья, часть 3-я, это сбыт наркотиков. И получается такая ситуация. Мы, субъекты профилактики, ребенку рассказывали о том, что нельзя, не надо, что какая ответственность будет. Но мы не смогли. Почему? Потому что, скорее всего, близкий человек, тот человек, который должен был его оберегать, именно вовлек его в преступную деятельность. Есть примеры. Мы проанализировали, посмотрели. У нас из 221 преступления подростками совершено порядка где-то 80 преступлений совместно со взрослыми. Но мне скажут сейчас о том, что ну какие они взрослые, 20-21 год, это же наши воспитанники. Это значит, вы так сработали, уважаемые субъекты профилактики. Но есть же и категория граждан, которые старше 30-40 лет. Есть даже родственники, которые вовлекли подростков в преступную деятельность. Это кражи. Это все тоже металлолом. Взяли что-то, которое не принадлежит им, другим гражданам. Есть определенная проблема в том, что взрослые вовлекают подростков в ту или иную преступную деятельность. Евгений Геннадьевич, следующий вопрос от нашего телезрителя прозвучит. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я сам торгачу, Кравцов Игорь Николаевич. Меня интересует такой вопрос. С детьми хожу в спортзал колледжа строителя. И у нас в Рогачеве есть такой. И вот напротив колледжа, буквально 15 метров, открылся виноводочный магазин. Это как вообще? Вот дети приходят заниматься спортом, все. И напротив открыт виноводочный магазин. Второй год он работает. И это нормально, когда дети ходят, видят, какие там люди приходят, в каком состоянии и все остальное. Это нормальное положение или нет? Хотел бы вот такой вопрос задать. Спасибо. Как это правильно вот? Спасибо за звонок. Вашу обеспокоенность понимаем, конечно. Любому взрослому разумному человеку хотелось бы от подобных примеров ребенка, конечно же, уберечь. Но при размещении подобных объектов каким-то образом вообще учитывается, что там есть школа, детский сад,
что там дети. Ну, не буду будоражить общественность. У нас есть примеры, когда располагаются соответствующие объекты, которые занимаются не только реализацией спиртных, а также и другой табачной продукции. Да, об этом тоже очень много говорили. Если ранее было четкое законодательство, которое было определено расстояние, на котором должны располагаться такие объекты, то я думаю, что это не противоречит тому действующему законодательству. Но если говорить с человеческой точки зрения, как отца, дедушки, то вы знаете, что все-таки должны быть четко определены места для того, чтобы возле таких спортивных объектов как можно меньше находилось того, что негативно может оказывать влияние на наших подростков. Поэтому я знаю этот спортзал, я там был, видел, и иногда были такие примеры по Рогачеву о том, что ребята, лицеисты, позанимавшись в спортзале, потом задерживались спустя какое-то время за то, что распивали пиво после тренировки. Были такие моменты. Поэтому, да, меня тоже беспокоит этот вопрос. В рамках действующего законодательства будем стараться решать ту проблему, которую вы подняли. Поэтому спасибо вам за то, что вы не безразличны. Родителям нужно, конечно же, детям объяснять, что ты сейчас, наверное, этого не понимаешь и не можешь понять, почувствовать, но как ты хочешь выглядеть? Как вот ребята из спортзала, которые там занимаются, или как ребята, которые под магазином, под ночным? Как ты видишь свою дальнейшую жизнь и свой внешний вид, свое окружение, своих друзей? В общем-то, это же не меняется в одну секунду, но можно выбрать дорогу, которая приведет тебя либо туда, либо туда. И это, опять же, родительская ответственность, потому что, ну, кому еще поверит ребенок? Ну, только родителям своим, тому, что они говорят, и тому, что они делают. Вы знаете, если бы наши уважаемые родители не спали, а в 11-12 часов, в час, когда детки возвращаются домой, видели, в каком они состоянии приходят, тогда, я думаю, что было бы у нас все хорошо. А так зачастую бывает так, что родители отдыхают, спят, а дети... Да, и говорят, я доверяю своему. Доверяют, мальчику, да? или они песенки. Ночуют у подруги, да. Или они ночуют у близких родственников. Ну и в это время происходят какие-то правонарушения, совершаются преступления. Евгений Геннадьевич, есть несколько вопросов у нас на Вайбере. Здравствуйте. Правда ли, что если ребенка заметят поздно вечером на улице, то семью ставят на учет? Неправда. Неправда. Не я хочу обратить внимание на то, что есть закон 200 об основах системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних. Там определена четкая категория, основания для проведения индивидуальной профилактической работы, сроки проведения, ну и другие моменты. Развожусь с мужем, пригрозил, что если буду кричать на детей, он пожалуется на меня, семью поставит в СОП и детей оставит с ним. Возможно ли это? Ну, вы знаете, очень интересная тема. Она на слуху. Вот последнее время мы занимаемся теми вопросами, которые касаются того, что не могут поделить детей. Это родители развелись и начинают теперь выяснять отношения, кто лучше смотрит детей. В суде решают вопросы, когда может отец видеться с ребенком, когда может его к себе брать. Есть такие случаи. В Минской области ситуация закончилась тем, что не могли поделить мальчика, мать и отец, и органам опеки пришлось его поместить в приют. Поэтому я еще раз говорю о том, что есть критерии, есть признаки, и мы ими руководствуемся. Евгений Геннадьевич, можно было бы, конечно, продолжать еще эту тему, но, к сожалению, время, отведенное нам в эфире, подошло к концу. Благодарю вас за сегодняшнюю беседу. Спасибо. Это был диалог с заместителем председателя комиссии по делам несовершеннолетних Гомельского облсполкома Евгением Миткевичем. Берегите себя и своих детей. До свидания.